возрождается Глинская пустынь. И все это – руины, бедность, неустроенный быт – это лишь внешние тяготы, и не в их преодолении смысл монашеской жизни. В миру бытует ошибочное мнение, что монастырь – убежище слабых, тех, кто не способен вынести суеты мирской жизни с ее повседневными маленькими трагедиями. Но жизнь насельников Глинской пустыни показывает нам, в монастырь сегодня идут люди сильные, ибо сказано у святых отцов, самый тяжкий труд – это молитва. Сегодня в монастыре собрались для совместной молитвы 14 насельников, и у каждого из них своя история и свой путь в святую обитель. По милости Божией мне пришлось в жизни много повидать. Вырос без родителей. С малых лет был в детских домах. Потом стезя моя пошла в музучилище, потом институт. После института я решил посвятить себя на служение Богу. Архимандрит Сафроний приехал в Глинскую пустынь и строится Сергиевой лавры 12 лет назад. Он много читал о ее былом величии, но, прибыв сюда поздно ночью, утром он с горечью увидел ее полное разорение. И вместе с братьями монастыря он прошел весь трудный путь третьего возрождения Глинской пустыни. Я приехал с Полтавы. Там я в Полтаве, значит, служил в Петропавловском храме. Пономаривал, там помогал по храму батюшке, все, что там надо было делать. Ну, и в одной из паломнических поездок оказался здесь, в Глинской пустыне. И мне здесь понравилось. Это место тихое, спокойное. Я сюда приехал. Приехал сначала на пост, а потом и остался. Источник исцеления и веры православные утверждения. Я из города Путивля, это город, который находится рядышком, буквально в 40 километрах от Глинской пустыни. В монастырь я пришел в Глинскую пустынь в возрасте 20 лет. Вот, до этого, как и все, учился в общеобразовательной школе. Вот, после школы поступил в учебное заведение, это Путиевский аграрный техникум. Фактически и мое воцерковление началось именно, когда я обучался в этом техникуме. Вот, до этого, начиная где-то с лет 14, начал задумываться о том, какое место я займу вот именно во взрослой жизни. Когда я пришел сюда в Глинскую пустынь, у меня было вообще желание поехать в Серафима Дивеевскую обитель, именно к мощам Серафима Саровского. То есть это первое житие святого, которое я прочитал, то есть именно загорелся там образом жизни этого человека. Вот. Но когда приехал сюда, вот, батюшка, к которому я ходил на исповедь, с которым я общался, он мне просто говорит: зачем тебе ехать так далеко? Вот, рассказал мне историю о игумене Филарете, одном настоятеле здесь, в Глинской пустыне, как раз современники отца Серафима. Это 10 лет остался здесь, в Глинской пустыне. Вот, и уже 10 лет нахожусь здесь. Меня пригласил владыка Лука из Почаевской лавры, где я был тоже на клиросе, в библиотеке я там нес послушание. Ну а сейчас, так как здесь, там в Почаеве есть сейчас много людей, и, так сказать, там обустроено все уже. А здесь как раз нуждается в такой вот профессиональной помощи. Я занимаюсь обучением братьев и собиранием, восстановлением иглинских напевов, которые здесь были, была очень своя традиция богатая. Двуголосие, которое некоторые ноты остались, но эта часть очень небольшая. В основном надо разыскивать по архивам, по
по разным частным собраниям. Инок Максим написал икону «Собор устроителей церковного пения». Впервые на ней изображены все святые, потрудившиеся для благолепия церковной службы от седой древности до наших дней. Есть при монастыре небольшая женская община, ибо всегда в монастырях была мужская и женская работа. Ну, сначала как-то оно было очень тяжело перестраиваться с мирского, как бы со всего полностью, когда ты живешь по-мирски и вообще. Вот, а тут абсолютно другое, абсолютно противоположное миру. Тут другие совершенно законы, другие какие-то. Вот. И люди тут, как бы оно ни тяжело было, но люди тут счастливые. Это, не знаю, это радостно быть монахом, наверное. Не из-за несчастной любви идут сегодня в монастырь, как думают многие, а из-за любви счастливой к Богу. И неразделенной, и несчастной такая любовь быть не может. И потому такие светлые лица и лучистые глаза у тех, кто полон любви Христовой. Из-за того, что здесь Линская пустынь, Матерь Божия, так здесь все совсем по-другому. Но объяснить нельзя. Не знаю, как это объяснить. Вот оно как-то вот есть вот так вот и есть. Потихоньку Бог ведет каждого человека. И как-то если человек стремится к правде, в общем, ищет правду, в общем, в жизни, ну, я думаю, он всегда приходит в храм. Потому что Бог есть, это любовь, это правда, это святая святых. Ну и душа каждого человека стремится к этому. Вот этот процесс возрождения, который мы сейчас наблюдаем, и восстановление храма, восстановление корпусов, восстановление пения, оно все свидетельствует о том покрове и той помощи, которая есть и которая мы держимся все. Кто полагает, что за монастырскими стенами течет жизнь размеренная, не подверженная страстям, сильно ошибаются. Монастыри привычно называют тихими приютами, не подозревая, что именно здесь происходят самые титанические битвы земного и небесного. И тихая, наполненная молитвами Творцу монашеская жизнь оборачивается неустанной тяжкой борьбой, не прекращающейся ни на минуту, до самого смертного часа инока. В монастыре здесь жизнь протекает своей чередой по духовной стезе. И вот когда часто бываешь вот, в миру, в городе или куда-то в отлучке ездишь, чувствуешь сразу эту разницу между монастырем и миром, который тебя сразу обхватывает своими страстями, своими искушениями. Здесь духовный мир особенный, потому что здесь стараются хотя бы люди, хотя уже не говорят о том, что о тех старцах, которые здесь жили, своими трудами и потом и молитвами построили эту обитель духовно и телесно, так бы сказать. Мы как бы
отблеск тех старцев, которые здесь были, стараемся, пытаемся хотя бы сказать, пытаемся молиться, пытаемся поститься по мере своих сил. Бывает искушение, которое трудно, это раздражение, ненависть бывает, находит, потому что здесь постоянно как бы хранили, сказано святыми отцами, в горниле золото очищается всяких примесей, так и здесь, дабы братья жила в купе, чтобы очиститься от своих пристрастий. Молитвы в монастыре не прекращаются сегодня ни днем, ни ночью. И монахи Глинской пустыни молятся о своем и нашем спасении. И как знать, может быть, именно благодаря их неустанным молитвам и жив еще наш такой грешный и такой прекрасный мир.